Всем привет, друзья! Я приветствую вас на своем канале Елена Титаренко. Сегодня я хочу позаниматься вместе с вами, показать для вас несколько упражнений, от которых целый день вы можете чувствовать себя хорошо. Ну что ж, оставайтесь со мной, не забывайте подписываться и поехали! Поднимаем ноги и делаем хлопок. Чувствуем, как работают наши мышцы. Каждое упражнение делаем по 30 секунд. Продолжаем поднимать ноги, но уже без хлопков. Не забываем про дыхание. Каждое упражнение делаем 30 секунд. Стоим в планке и тянемся коленями к локтям. Чувствуем, как растягиваются наши мышцы. Немного ускоримся и делаем небольшую пробежку, стоя в планке. Не забываем, каждое упражнение делаем по 30 секунд. Делаем небольшую скрутку. Возьмите что-то легкое в руки. Это может быть мяч или бутылка воды. И сделаем небольшие повороты влево и вправо. Прокачиваем пресс. Сидя, ложим ладони на пол. И делаем движение ногами к себе и от себя, как показано на видео. Стоя в планке, делаем движение бедрами влево и вправо. Таким образом мы прокачиваем боковые мышцы пресса. Теперь мы с вами немного попрыгаем. Стоя в планке, делаем небольшие прыжки ногами. Каждое упражнение делаем по 30 секунд. Сейчас мы немного прокачаем пресс. Лежа на спине, делаем подъемы коленями. Немного усложним наши упражнения. Стоя в планке, мы меняем положение рук, как показано на видео. Сейчас просто стоим в планке и не забываем про дыхание. Каждое упражнение делаем 30 секунд. И последнее наше упражнение на сегодня. Лежа на спине, делаем скрутку к ногам, как показано на видео. Поздравляю, друзья, вы большие молодцы. Если вам понравилось, ставьте лайки и до новых встреч. Друзья мои, делайте этот комплекс упражнений каждое утро, и вы посмотрите, как изменится ваше настроение и ваше тело. Спасибо всем, кто оставался со мной сегодня, и до новых встреч. Пока!